Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы вас приветствуем в старинном уральском поселке Арти. Мы находимся с вами около бывшего завода управления. Это здание построено почти 200 лет назад. Сейчас в здании живет наша история. Здесь находится Артинский исторический музей. Наш дальнейший путь проходит к современному зданию завода управления. Пойдемте дальше. Сейчас мы проходим мимо еще одного старинного здания. Это дом заводского управителя. Построено это здание было в середине 19 века. И как раз напротив него современное здание завода управления. Мы туда с вами и направляемся. А направляемся потому, что заводчане совместно со Свердловским областным краеведческим музеем открыли свой заводской музей. В основе этого музея экспонаты Артинского исторического музея. О трепетном отношении заводчан к собственной истории говорит уже эта памятная стена, которая находится в заводоуправлении. Здесь представлены портреты всех заводчан, участников Великой Отечественной войны. А дальше мы проходим на территорию завода. Наш путь будет идти через заводоуправление, по аллее и по основной главной заводской улице. На территории завода есть еще одно старинное здание. Оно построено в 1840 году. Здание было построено как хлебохранилище. Оно разделено на 6 отсеков. Внутри здания длинный коридор, справа и слева от которого по 3 отсека. Мы видим это по слуховым окнам. Сделаны эти слуховые окна для того, чтобы сохранить хлеб. А хлеб в неурожайные голодные годы управитель завода выдавал рабочим. Дальше наш путь пройдет к зданию костного цеха и храму-музею завода. От здания хлебохранилища мы с вами спустились вниз по главной улице завода. И позади нас старинное здание костного цеха, построенное в 1916 году. Это здание все еще действующее. Ну а перед нами храм-музей, который тоже располагается в старинном здании. Это бывшая химлаборатория. Туда мы вас и приглашаем. По-разному начинается история населенных пунктов. Часто в старину бывало так, что люди ехали и искали себе место будущего жительства. Нравилось им место, они останавливались и начинали строиться, обрабатывать землю. Другая история с нашим поселком. Когда-то эти места принадлежали башкирам. В округе вдоль по течению реки Уфы было 6 башкирских дач. Часть одной из них – это Артинская дача. В 50-е годы 18 века, тогда еще барон, а позднее граф Александр Сергеевич Строганов, решил откупить эти земли у башкир. И откупил. За бесценок. Просто, чтобы расширить свои владения на юго-восток. Отправил сюда двух мастеровых, Аистова и Алексеева, чтобы разведали они, как же земли эти можно использовать. В своем отчете мастеровые написали: лесов здесь довольно стоит. Пашенных и сенокосных мест немалое довольство. А между двух пологих гор можно поднять действуемых водою одну доменную печь да 5 молотов. Видимо, граф решил строить еще один завод. Но дальше получение разрешения Берг-коллегии на строительство завода, дело его не пошло. Он продал Артинскую дачу с построенными двумя мельницами, пильной и мукомольной. Другие свои заводы, Саткинский и Кусинский, один тоже еще не был построен. Все это купил тульский купец Ларион Иванович Лугинин. И уже внуки Лариона Лугинина, капитаны лейб-гвардии в отставке, начали строительство завода. Интересный вопрос. Откуда люди для строительства завода у купцов? Если Строганов, все понятно. Он был владелец многих заводов, поместий, солевых промыслов. Он взял бы рабочих с других мест. У купцов же крепостных не было. Хитрый купец покупает в середине России два старых завода – Карельский и Чугунский.
и пишет царю прошение. Вот мы, де, по скудному умишку нашему, купили 2 заводика. А годны они только на слом. Нельзя ли мне людишек-то переместить на Урал? Да там заводским горным делом и заняться. Вот откуда приходят будущие строители и жители завода «Арти». В 1783 году приходят они практически на пустое место и начинают строить. Уже в 90-е годы приехала основная масса рабочих завода. Сначала были построены всего 2 фабрики – Кричная и Молотовая. Но если слово «молотовая» нам понятно от слова «молот», то «кричная» от слова «крица» – далеко это слово от современного человека. Крица – это слиток чугуна по 50-70 килограммов, который затем превращают в полосы кричного железа. Вот на этой кричной фабрике и делали такие полосы. Урал – это металлургия. Урал – это заводы железоделательные. На это и надеялись новые владельцы завода «Арти», строители завода «Арти» – Лугинины. Но, как оказалось, месторождений руды в округе нет. Завод уже практически построен. Владельцы вышли из положения таким образом. Чугунные крицы везли сюда, в завод «Арти», сухим путем по Ураимскому тракту из Кусинского и Саткинского заводов за многие километры, чтобы здесь уже делать выварное кричное железо и продавать его дальше. Либо же из него делать какие-то изделия, нужные людям, живущим в округе. Немного позже была построена якорная фабрика. Необычный факт, но все-таки славу Артинского завода составили вовсе не якоря, а косы. Интересный вопрос. Что же появилось раньше, серпы или косы? Наверное, все-таки серпы. Еще древний человек в каменном веке использовал продолговатое изогнутое каменное орудие труда. Позже, когда люди научились обрабатывать металл, первое, что они делали из металла, это оружие и инструменты труда. Конечно же, тогда же начали делать и серпы. Серп небольшой, имеет выгнутую форму. Но обратите внимание, здесь изделие, похожее на серп, но более удлиненное. Это уже коса, коса-горбуша. Правда, спорный вопрос, почему она так называется? Из-за того, как приходилось косить этой косой. Часто в наклон, до земли практически, либо стоя на коленях. Нам, конечно, непривычно современным людям такая коса. Привычная нам коса, названная косой стойкой, появилась немного позднее. Слово «стойка» исчезло из обихода. И теперь коса, привычная нам, называется просто коса. Горбушу же давным-давно никто не видел. Такой простой предмет, как коса. А сколько же нужно операций, чтобы ее сделать? Да сделать ладной, звонкой, качественной. Первая самая операция – это обрубка прутка. Следующая – вытягивание клинка, затем операция вытягивания пятки и шипика. Но ведь после второй операции вовсе не обязательно вытягивать пятку. Из этой заготовки можно сделать не только орудие труда, но и оружие. Первые косы в нашей стране начали делать Демидовы. В заводе «Арти» основал производство в 1809 году тогдашний владелец завода Кнауф Андрей Андреевич. Это было позднее, чем у Демидовых. Но именно артинские косы считались лучшими в Европе. Улучшение качества артинской косы связано с именем Аносова Павла Петровича. После окончания обучения в Санкт-Петербурге он был направлен в Златоуст. К тому времени, с 1811 года, завод «Арти» вошел в состав Златоустовского горного округа. Уже будучи управляющим этого округа, Павел Петрович не однажды по долгу службы бывал в заводе «Арти» и задался вопросом, почему мы делаем металл по качеству лучше в Европе, а косы у нас получаются негодными, хрупкими, быстро ломаются, быстро тупятся. И он сам лично ставил опыты.
Он решил использовать при производстве косы метод, который использовали для закалки клинков дамасские оружейники. А там это делалось так. Выбиралось в горах место, где скалы настолько близко стоят друг к другу, что холодный горный ветер, бьющий из этой расщелины, всадника вместе с конем сбивает. Именно в таких условиях получались знаменитейшие дамасские клинки. Сначала сконструированные меха использовались при производстве ножей, а затем уже косы. И все получилось. В конце 20-х годов состоялись первые соревнования в Санкт-Петербурге с австрийскими косами, которые были распространены повсеместно не только в Европе, но даже и в нашей стране. В отчете написано: одна из шести представленных артинских кос превзошла по своим качествам 120 австрийских кос. А после чего прошла еще и две косьбы и две ржаные жатвы. Ведь косами в старину не только траву на сено косили, но еще и убирали хлеб. Несмотря на то, что уже крестьяне знали о качестве артинской косы, знали, что одна такая коса истончится, но не сломается, что одной косой можно всю жизнь прокосить. Тем не менее, положение завода не изменялось. Завод хирел, оборудование ветшало, а по всей стране продолжали продавать австрийские и немецкие косы. Изменилось все после 1914 года, после начала Первой мировой войны. Граница была закрыта, и, видимо, не было уже возможности так много, сколько нужно, завозить импортные косы. Именно тогда вспомнили, что где-то на Урале есть маленький заводик, на котором делают лучшие косы в Европе. Ведь еще в 1851 году артинские косы побеждали на первой международной выставке в Лондоне. Завоевали там почетный отзыв и медаль. Тогда наш поселок, завод, посетила такая представительная делегация, какой не было ни до, ни после. В этой делегации были чиновники из Санкт-Петербурга, из губернского города Перми, из горного города Екатеринбурга инженеры. Только список необходимого для поддержки восстановления завода составил 6 томов. И несмотря на то, что шла война, было решено завод восстанавливать. Началась реконструкция. Именно тогда было построено здание костной фабрики. В 1916 году она начала действовать. Была перестроена плотина. Реконструкция завода была прервана в результате событий революции и гражданской войны. После все продолжилось. И результатом этой длительной реконструкции стало то, что производство увеличено было в 40 раз. Конечно же, огромное изменение. Во время Великой Отечественной войны очень много рабочих, очень много мастеров ушло на фронт. Чаще уходили добровольцами. Найти им замену было сложно. Да, конечно, как и повсюду, пришли на место ушедших мужей женщины, жены, сестры, старики и подростки встали к станкам. Оставались только самые опытные мастера – стахановцы. Именно они обучали новых заводчан. И производство не было остановлено. Косы и серпы, которые давал завод, хватило на всю страну. А кроме того, на завод было эвакуировано игольное производство из Подольска. Прибыло 200 мастеров и 400 единиц оборудования. Конечно, немыслимо, что 200 человек будут круглосуточно работать на 400 станках. И тогда набрали 500 подростков по поселку и близлежащим населенным пунктам. Именно они делали иголку, которой шили для солдат в годы войны все, начиная от сапог и кончая парашютами. После Великой Отечественной войны очень широко развернулось движение рационализаторства и изобретательства. И это дало очень весомые плоды. В костном производстве был изобретен, разработан, проработан и внедрен абсолютно новый способ производства косы – метод штамповки проката. Это уникальный метод. Подобного ему
нет нигде. И здесь у нас показаны некоторые моменты про этого производства. В 1970 году он был внедрен. И до сих пор ни в одной стране нет ничего подобного. Не случайно в 1987 году коллектив завода получил высокую государственную награду, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Тяжелое время для заводов – 90-е и 2000-е годы. Тогда очень много, тем более небольших производств, но и больших тоже было закрыто. Рабочие уходили, и не сохранялось ничего. Заводчане сделали все, чтобы сохранить главное. А главное – это технология. Технология – это люди. Костный цех стоял, но по одному мастеру на каждую операцию числилось. И это дало возможность заводу вновь встать на ноги. Костное производство сохранилось. И продолжается до сих пор. Завод не стоит, завод работает, причем половину продукции завод отправляет на экспорт.